пожалуйста, Дом культуры имени Муса Джалиля, руководитель Ильшат Хисмутдинов. Награждается ансамбль гармонистов «Ящ Ерокляр», Кызылъярский сельский дом культуры, руководитель Разиль Фарахутдинов. Дипломом награждается дуэт «Гармония», Гришин Александр Байрам Уразбаев, Урсалинский дом культуры, Альметьевский муниципальный район. Клементикинский сельский дом культуры, Альметьевский муниципальный район. Дипломом награждается трио Геннадий Садовников, Файзулла Хуснуллин и Ильдус Ахмедзянов. Дворец культуры, город Лениногорск. Дипломом награждается инструментальное трио «Старый Тюмазинский сельский дом культуры», руководитель Фарид Зиганшин. Семейный дуэт Рамзия и Ирик Валитовы, город Павлы. Дипломом фестиваля награждается Валентин Негуляев, село Алексеевка. Самигулла Рахматуллин, Нурлатский муниципальный район. Роберт Низамов, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан. Село Андреевка, Северный район, Оренбургская область. Марат Шейхутдинов, село Камышлы, Самарская область. Минибаева, Альметьевский муниципальный район. Ильгизар Замалеев, сельский клуб станции Минибаева, Альметьевский муниципальный район. Thank you.
Авсиаляновский сельский дом культуры, Ютазинский район. Фирдаус Муртазин, Коклыгольский сельский клуб, Ютазинский район. Ютазинский район.